Так вот, к слову о том, что у нас предстоит. И к слову о том, где мы живем. Уж поверьте мне, человеческий фактор, он такой странненький, особенно в городе Магнитогорске, нам везде и всюду проезжают по ушам. Вот везде и всюду, и мы с этим живем, понимаете? А теперь я точно такой же человек, как и вы, ничего со мной не случилось, я такой же человек, и у меня такие же проблемы, как у вас. Теперь я просто немножко чуть-чуть расскажу, и вы поймете. Поскольку я уже 20 лет как работаю на телевидении, я прекрасно понимаю, что есть такие вещи, они очень дорогие, естественно. Вот. И они работать очень долго продолжают. То есть мониторы, которым уже по 30 лет в обед, они до сих пор нормально работают. Представляете, да, Panasonic? Sony также работают. Нормальные телевизоры, помните, которые не такие, как сейчас, LED-овские, да, обыкновенные телевизоры, да, также до сих пор работают. У меня такой же старый телевизор есть. Гао 50, я еще купил тогда в 95-м году. Работает, да он работает, понимаете? Вот. Но когда я недавно начал немножко другие вещи смотреть, ледовские проекторы, потому что, ну, проблемы были с головой, да, и мне сразу сказали, что это по сути не так. Я говорю, как это не так? Я покупаю очень дорогие вещи, да, ну, $1000 стоил монитор в свое время. Я их купил две штуки-то. И вы что-то хотите мне сказать, что кто-то чего-то не производит? Да бред это все, дорогие мои. Бред, я всем это говорю, бред. Потому что такого не может быть. Я отнес свой монитор сюда, сервисный центр, Samsung. Ну, здесь вообще-то все делается. И мне это все сделали, к слову. Товарищи, к слову. Марат в том числе. Зачем ты мне про это говорил? Теперь то же самое возникает. И то же самое нас лечат, понимаете? Я вот не въезжаю. Но если ты не можешь делать коробки, так ты не говори, что ты не делаешь. Потому что вчера позвонил одному товарищу, такой навороченный, говорит, на Ford Taurus коробки я не делаю. Я говорю, постойте, дорогой мой, Ford Taurus — это самая массированная машина в Америке сделанная. Их сделано чуть-чуть меньше, чем F-150. Тех слишком много, а этих чуть-чуть меньше. То есть вы мне что-то хотите сказать, что какие-то коробки неправильные? Нет, ребят. По сути событий, я коробки уже скоро сам буду делать. Потому что все остальное делаю сам. Сам на себя все складываю и сам получаю результат. Скоро и буду и коробки делать. Поэтому, господа, прежде чем вытирать в ваши уши то, что вам говорят, подумайте, потому что вы посмотрели этот сюжет. Если что, так и говорить, что мы смотрели Челейкина Алексея, он сразу сказал, не гоните нам фуфло в наши ушки-то.